И всем привет, ребята, это я, CreeperBlayPro, и в этом видео я буду продолжать апать кубки на Джанет. Как вы помните, в прошлом видео я апнул ее на 13 ранг, но в этом видео я точно апну ее на 15. Так, ну что, погнали. Так, блин. Может, там еще ящики остались, да нет? Так, ну 6 кубков, неплохо. Так, надо похилиться. Так, хорошо. И погнали. У меня уже 6 банок, хорошо. Блин. А вот это вообще плохо. Ура, уже 14 ранг. Но в этом видео я точно апну ее на 15. Я ни с кем не хочу сейчас тимиться. Я на самом деле вообще сейчас не тимлюсь. Потому что бывают такие игроки, с которыми ты тимишься, а потом они сразу же предают. Так что лучше играть, там, я не знаю, в команде с друзьями. Thank you.
нет. О! Он тоже активировал, кстати. Еще плюс 10 кубков. Ну что, погнали дальше. Так, я набрал еще плюс 8 кубков. Осталось просто совсем немного до 15 ранга. Нифига себе, сколько ящиков. На самом деле карта очень офигенная, прям респект. А то есть такие карты, где очень мало ящиков. Там где-нибудь ящиков на фигу бывает очень... Блин! Так, плюс 6 кубков. Осталось 18 кубков, и у меня будет 15 ранг. Это просто офигенно. Напишите в комментариях, кого мне еще. Ап на 15 ранг обязательно напишите. Я вообще обожаю апать кубки там на бравлеров. Да, то есть там пушить кубки, там сколько-то там тысяч, или, например, да, апать ранги.
Блин. Ноль кубков. Блин, бесит токсики. Сейчас мне, короче, реально фартануло. И я занял первое место. Ну все. Я надеюсь, что у меня получится сейчас прям за одну игру все-таки набрать нужное количество кубков. И у меня будет 15 ранг. Все, погнали. Это просто капец как классно. Нифига себе, сколько лет. Блин, я не должен слиться, короче. Не, ну сейчас это тоже должно получиться.
Так, уже осталось 5 бойцов. Так, хорошо. Блин. Так. И я все-таки наконец-то набрал 15-й ранг. Это просто офигенно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Крипер Флэй Про, и всем пока-пока.